Привет, я Маркус, и вместе с нашим официальным представителем в Украине, компанией Elite Bike, представляю Highbike Xduro Hard 7 5.0. Это шикарный электрический велосипед с амортизационной вилкой. Рама покатой формы плавно подсоединяется к сиденью, что делает поездку живой и подвижной. Стоит подчеркнуть, благодаря диаметру ходового колеса 27,5 мм, путешествие становится максимально быстрым и легким по сравнению с другими моделями, где диаметр ходового колеса 29 мм. Колеса укреплены с помощью съемных полуосей, что делает ход в целом более плавным. Обода марки Schwalbe Nobinik пригодятся в первую очередь любителям фрирайда на велосипедах all-mount или для долгих заездов. Что касается цветовой гаммы, в этой модели серая рама, дополненная неоновым контуром. Сердце любого электрического велосипеда – это, конечно же, двигатель. В этой модели он вмонтирован в раму и, как по мне, идеально сливается с трубами, а также защищен от возможных повреждений пути. Максимальный вращающий момент мотора Bosch Performance CX 75 нанометров. Таким образом, сложности возникают только на наивысших точках. Производительная мощность аккумулятора 500 Вт-часов. Еще одна гарантия бесперебойной работы. Система Bosch Intuvia представлена дисплеем на руле. На левом рулевом креплении есть дополнительный блок управления. Можно переключать уровни программ поддержки и обслуживания. Амортизационная вилка SR Santur Raidan с воздушной подушкой внутри принимает удобную для велосипедиста форму сообразно габаритам и массе тела. С ходом в 100 мм она идеально подходит для дорог малой и средней неровности. С помощью приборов на руле амортизационную вилку можно блокировать и регулировать жесткость хода. Далее, рулевая колонка конической формы, которая делает велосипед более устойчивым при езде. Ручка переключения передач, их всего 11, SRAM NX присоединена с кассетой и задним переключением скоростей. Она хороша тем, что в любой момент позволяет включить ту или иную из 11 заданных скоростей. Надежные гидравлические тормоза Tektra позволят вам в нужный момент безопасно остановиться. Highbike Xduro Hard 7 5.0 – это модель 2017 года, и она уже продается в Украине, как и в Германии, по заводской цене. На выбор два разных цвета, а также рамы различной высоты. Желающих опробовать велосипед в действии приглашаем в любой из наших филиалов. Подробности на сайте www.elitebike.ua или официальном сайте компании Highbike www.highbike.ua.